20 мая неожиданно оборвалась жизнь супруга Дианы Гурцкой, Петра Кучеренко. Чиновник возвращался домой из командировки. В самолете ему резко стало плохо. Прибывшие на помощь врачи не смогли его спасти. В эти минуты в Богоявленском кафедральном соборе в Елохово проходит церемония прощания. На прощание с Петром Кучеренко пришли близкие и коллеги. У гроба Петра Кучеренко собрались самые близкие, в том числе жена Диана Гурцкая и 16-летний сын Константин. Смерть Петра Кучеренко стала настоящей трагедией для родных. Сложно представить, что в эти дни чувствует Диана Гурцкая, для которой муж был глазами и опорой. Представители СМИ, которые находятся на прощании, рассказали, что Диана не может сдержать слез и еле стоит на ногах. Сын Костя, который находится рядом, постоянно ее обнимает и успокаивает. Гурцкая была убита горем. Она долго смотрела на гроб и почти не двигалась. 16-летний сын Константин еле сдерживал эмоции, но старался поддерживать мать, держа ее за руку и приобнимать. На саму Диану больно смотреть. В черной накидке, в черных очках она словно превратилась в тень. Она стоит у гроба и гладит лицо любимого человека, который подарил ей столько счастья, словно пытаясь запомнить его черты. После отпевания Петра похоронят на Троекуровском кладбище. Диана Гурцкая не комментирует смерть мужа и просит публику ее не беспокоить.